Совсем скоро начнется подготовка химкинских парков и скверов к новому сезону. Чтобы оценить состояние излюбленных мест отдыха горожан, первый заместитель главы Дмитрий Кайгородов вместе с представителями комбината по благоустройству и неравнодушными жителями посетили парк Подрезково. Парковый сезон в Московской области стартует 1 мая. К этому сроку все работы должны быть завершены. Посмотрели парк Подрезково, видим, что перезимовал парк хорошо, достойно, все в целости, сохранности, в хорошем состоянии. Основные работы будут связаны с косметикой. Это привести в соответствие навигацию после зимнего сезона, поправить где-то опоры, освещение. То есть незначительные косметические работы потребуется в этом парке провести. Также первый заместитель главы проинспектировал подъезды, в которых в прошлом году был проведен ремонт. Вместе со старшей по дому определили фронт дополнительных работ на весенний период. Со старшим по дому проходили подъезды, посмотрели, какие есть замечания. Для себя сделали некоторые поправки, как в последующих подъездах мы, что улучшить, что, на что обратить более внимание, там, работу с провайдерами, слаботочка и так далее. В целом жители довольны, мы уже научились качественно в контакте, в тесном жителями, старшими по домами работать. В ближайшее время будет приведен в порядок фасад здания, а также благоустроена придомовая территория.